Вот такой вот у нас сегодня. Ну, Витя доволен. Вот. Праздник. Продолжение праздника удалось. Как он быстро захомячил-то все. Вот, девчонок тоже угостили. Отвлекли мы Симбу, Витю, и Монике тоже досталось. Так что вот так мы сегодня побывали. Святая святых Виктора Муфасы. Вот, видите как. А, он сердечко, по-моему, на потом оставил. Смотрите, какой избирательный мальчик. Вот. Вот так. Я такая счастливая. Вам не передать. Такие эмоции зашкаливают. Вот. Вечером, конечно, фокус не очень, но самое главное видно. А там Симба. Там Симба. Вот так, правильно, Витюш, ложись. А там Симба наблюдает. Да, ну мы сейчас посмотрим. Сейчас я телефон чуть-чуть. Ну-ка. А, девчонки здесь, да. Вот они. Симба. Симбочка. Вон она. Прямо мордочкой. Вот, да? Все довольные, деловые такие. Симба. Симбуля моя девочка. Симбуля моя красивая. Ты моя такая кошечка. Ты моя кошечка в окошечке, да? Ты моя кошечка в окошечке. Ты моя красавица. Вкусные шейки были, да? Симбочка. Симбулька. Симбуля моя родная девочка. Такая красавица. Лапами замурзыкали все стекло. Я вот такая. Ой, выбражуля, выбражуля. Симбуля, выбражуля. Вот такая, смотрите, какая красотка. Вот, где же их тут? Вот так. Значит, никак. Вот, друзья, так что вот такие вот. И Монечка моя, Моня. Такая красотулька, тоже к Витюше пошла. Но, как мои подписчики написали сегодня, то у нас будет интересный контент. Две девчонки, одна львица, одна тигрица. Интересно, интересно, кого выберет Витя. Да, остатки Монечки, видите, она не подпустила ее, засранка. Пришлось здесь кормить Симбу здесь, а Джамиль кидал туда. Так что вот такие вот, друзья, дела. Я довольна.